Региональный оператор увеличит количество спецтехники в Анапе. Мэр Анапы Василий Швец провел рабочее совещание, посвященное вопросам вывоза ТКО с территории города-курорта. В работе участвовали зампредседателя совета Игорь Филимонов, исполнительный директор регионального оператора «Экотехпром» Елена Устюжанина, коммунальные службы и управляющие компании, главы сельских округов. Нагрузка возросла, там людей не хватает, машины где-то там в пробках застревают, это все понятно, но мне не устраивает то количество улиц, контейнерных площадок, которые в достаточной степени сегодня захламлены. Причем это и имиджевые риски, а что хуже всего, что страшнее всего, что это уже риски и реальная угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию. То есть это уже определенные вопросы безопасности. Исполнительный директор рекоператора «Экотехпром» Елена Устюжанина сообщила, что в пик сезона количество вывозимого мусора превышает прошлогодние показатели на 30%. Ежедневно предприятие собирает порядка 6 тысяч кубометров отходов, а с начала года вывезено более 500 тысяч кубов ТКО. На линии работают 37-40 экипажей. Но главная проблема даже не в объеме работы, а в нехватке водителей. И такая ситуация практически во всех регионах. По информации российского экологического оператора, дефицит водителей испытывают более 60% региональных операторов России. Несмотря на приличную зарплату, люди не хотят устраиваться на тяжелую работу. Василий Швец поставил задачу оказать предприятию помощь в поиске кадров. В этой работе будут задействованы Центр занятости населения и главы сельских округов. Также мэр поручил еще увеличить количество спецтехники. Елена Устюжанина заверила, что это будет сделано уже на текущей неделе.